Здравствуй, это Lover Games, и теперь мы продолжаем с тобой проходить дальше обитель зла. Я сбавил звук, потому что что-то я, бля, затупил и не сбавил его. Так. Возможно, меня вообще там в предыдущих видео даже не слышно, но это хорошо, с одной стороны. Нахер меня слушать. Так. Мне надо валить отсюда. Правильно? Правильно. Так, посмотри. А, в здании вверху. Что-то я там забыл, да? И ты тоже, а? Ух ты, ух ты. Собаки помогают. Не собака, волк. Будь поосторожнее. Так, подожди, а что я тут не сделал? Уже не помню. Уже забыл. Так, на второй этаж, да? Так, что у нас здесь? Получается. А, точно. Подсадить. Подсадить надо с девчулей, залезть и забрать сокровища. Все, да? Это получается. Так. А здесь что у нас? А, ну это вот это что ли обозначает? Ну да. Но вообще это странно. Так, здесь вроде как все чисто, кроме этого места. Леон, фонарик. Фонарик, Леон. Он вообще не хочет фонарик доставать. И нам в церковь. Фирма. Деревенское святилище. Так, это сундук там вроде бы, да, был? Вроде бы как сундук. А, здесь вот тоже сундук. А, вот запертый ящик. Окей, хорошо. О, вот он. Бомжара. Так, а вот мы обратно в деревню. Ну-ка. Ага. Здесь ящики заново не появляются.
Где-то я там тебя слышу. Острый там ящик, да? Подожди, а как? Ага. И чё там? Там, наверное, хуй чё выпало, да, из них? Так. Во-во-во. Патроны хорошо. Ёбаный кто. Во-во-во-во-во. Эй, можешь все это делать? Да, блядь, хотел подбежать, добивание сделать. А вышло, что нихуя не сделал. Бля, 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 бля. А! Да, блядь. Почему камера так слишком близко приближается? Говно, блядь. Сука. А-а-а. Слишком близко камера, блядь. Я не вижу расстояния. Ну, кто там так орёт? Ну-ка. Во-во-во. И чё, если чё-то поменялось, что ли, или чё? С дороги! Барышня, блядь. Так, а чё у меня там в инвентаре есть? Походу ни хера у меня нет. Так, создать. Ага. Ну, будем ещё снайперкой отбиваться. Что ж поделать. Так. Давай на четверочку еще поставим. А че? Травку схавать, что ли? Или спрей занихнуть? Все сразу? О, а че мне патрон не потратился? А, я перепрыгнул здесь, да? А там что-то дышал усердно. Давай проверим, кто это там. Блять! Да я же не видел нихуя! Из-за ебаной двери, блять! Господи! Все.
чё и зачем это оно? Для чего это все здесь загородили? Лежат на хер, стена нет ни хера. Пойдем этот сундук откроем, где он там есть. Так. Это он не в этом доме, да? Ага, в соседнем точно. Компас. Прям, ну, очень старый. Так, ну все, нам получается. Вот сюда. 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 Ну, сейчас ты, бабка, пизды выхватишь. Оба-на, ты посмотри. Есть сюда, да, проход? А у меня как бы есть ключ, которым я открою дверь. Да? Да, но есть и туннель вниз. Пойдем вниз. Блин, вот животное сделано прикольно. А вот ряха у Леона что-то не очень. Так, и где это я выйду? Ботинки какие-то. А. Дюкоровка Муму, да? Хм, точняк. Так. На-на-на-на. Создать. Давай, мне патроны-то нужны. Я даже не знаю, может, сюда проще пробежать. Крысятин, думаю, не за что убивать. Не кидается вроде бы. Спокойная. Так. Ничего не есть. Ой-ой-ой! Гадюка? А нахера мне шкура-то? Типа пригодится, я не знаю.
чё ты на него смотришь? Дед да дед, блядь. У нихера там. А, ну это этого великана. Так. Крепко спи и набирайся сил. Наше милое дитя, ты расти, а мамы новые штанишки сошьют тебе. А мамы новые штанишки сошьют тебе. В день съедая 7 центнеров пшеницы, полбыка перерос свою ты колыбель, позабыв уют. Крепко спи, набирайся сил, наше милое дитя, ради братьев и сестер, которых больше нет. Очень складно. Очень прям. Да. Я-то знаю, кто это. Так, здесь что у нас? О, на дробашек наконец. То вообще патронов нет. О, здравствуйте. У меня есть новые товары. Посмотри. Что мне теперь обосраться, что ли? Надоело, что у тебя вечно заканчиваются патроны. У меня есть для тебя кое-что. Арбалет. Отличная штука, дружище. Его стрелы можно подбирать и использовать снова. Ты будешь стрелять вечно. Не забудь купить схему для стрел. Тогда ты сможешь переделывать лишние ножи в стрелы. Да? Ты навеки забудешь о нехватке патронов. И это еще не все. К стрелам можно присоединять прикрепленные мины, превращающие арбалет в крутой миномет. Если попадешь в такой стрелой влага, так он сразу взорвется, а если в стену или пол, то установишь неконтактную мину. Стрелу ты... Так, ты при этом потеряешь. Но оно того стоит. Иди нахуй с этим арбалетом. В оригинале не было никакого арбалета. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Где нахуй? Старый пинчуга. Мой добрый друг серьезно заболел, и я хочу угостить его вкусным обедом из гадюк, пока он еще жив. Призываю на помощь заклинателя змеи. Так, 3 штуки, да? А я же одну грохнул. Что там? Что там глотему ты хочешь? Ратуша. Подожди, а что там в ратуше-то? Что-то на потолке. Привет, что ли, все? Жак. Иди нахуй. Так. А. Нет. А, блядь, я забываю вот эти вот... Скрипят эти вот скрипачки, блядь. Все, да? Да, все. О, чую, ты недавно... Иди нахуй. Так, что у нас тут? Смотреть. Так, старенький компас, который я так хранил на протяжении многих лет. Можешь продать торговцу. Без всяких этих, да? Может приблизить и рассмотреть еще ближе. Но нихера интересного что-то я не вижу. Так, кулоны, камни. Так, объединить. А у нас только один красный камень, поэтому побывал что в бою, друг. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Так. Во, Узя мне нравится. Тебе важнее деньги или жизнь? Знаешь, что мне важнее? Просто... Так, улучшить, починить. Блять, не хватит. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я сад, по-моему, отлично получилось. Так. Это улучшать нету смысла, потому что мы, по идее, должны если найти хочешь остаться новое. Живых, улучшай свое снаряжение. Вот этот пистолет есть. Так. Вот это продаем. Компас продаем. Готов купить почти вот все. Это. Вот это.
вот это рубин оставим. Спасибо. Так, кто в хранилище у нас? Обмен. Мы любим разные травы. Они и лечат, и калечат. Они могут. Нахуй заткнулся. Так. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Улучшить. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Так. Спецпредложение 8000. Скидка... У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Ладно. Сейчас вот эту. О, с этой штукой ты сможешь проложить путь в толпе. Да. Нет места, достаточно перегрузить, чтобы. Куда ты это положишь? В карман? Подожди, а в хранилище не могу это убрать? Так, а то занимает 4, да, места? Так, господи, блядь. Вот, видишь, а ты волновался, куда я это все положу. Так. Ага, чё, ебанутая, что ли? Так, купить товар. Чтобы пострелять из этого, нужны не только деньги, но и смелость. Иди в жопу. Так. Схема стрелы. Что ж, удачи тебе. Схема стрелы гранаты. Информация в наши дни тоже товар. Так, ладно. Улучшение. Твое оружие в надежных руках. Давай. Я все... Попробуй-ка это. Мне кажется, будет еще, да, какой-то пистолет, который это будет покруче. Это очень тонкая работа, потому что здесь что-то чужак. Вообще ни о чем. Мало прокачка. Можно достичь многого. Вот увидишь. Так. Если хочешь остаться в живых, у тебя есть чутье, друг. А чего я такой этот? Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Ага. Начинаешь. О, хороший выбор. Итак, чем я могу тебе помочь? Доброго пути. В жопу иди, вот чем. Так, теперь, значит, быстрый доступ. Будет на 2. Ты будешь на 3. А снайперка будет на 4. Вот. Таким образом. Давай световую сделаем еще там. Что у нас? 5. А, гранаты пусть будет. Где там? 6. Так. Арбалет я, наверное, пока уберу его.
хранилище. Положить. Так, все. Арбалет пока убрал. Место освободил. Создать. Ставая граната. Чего они, блядь, не кучкуются, как в четвертой части? Вот это, блядь, по одной гранате везде валяется. Бред, блядь, какой-то. Так, 18, да? Узя. Ладно, пойдем со снайперкой сходим. Чё там, змей мне надо найти? Три змеюки. Чё там пизданул? Это кладбище. Бля, улетело. Церковь. Добрался. Чё там тебе? На-на. Здесь, смотри, такое же, да, вот пароль. Леве. Кто там пиздит, блядь? Да, блядь, камера, конечно, уебанская вообще. Так. И замрут. Здесь нельзя, да, по колоколу шмальнуть? Что-то не видно там ни хера. Гнездо, это Кондор один. Церковь заперта. А орленок? Орленка пока не нашел. В жопе, блядь. Но они тут все полностью перекрыли. Ясно. Думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я проберусь туда. Да, Кондор один. Лучше на него спереди вообще нахуй не стрелять. Завъебище. Так, а сколько красным камнем? У тебя ружье, блядь, делось.
Так. Чего, блядь? Так, заприте ее в церкви до назначенного часа. Так, окей. Угу. Нахера ее фотать? Вредитель явился звне за чонкой. Запри ее в церкви и жди казов нашего ладыки. До той поры не крывает церковны дверь. Ключ будет лежать в пещере на той сторо озера. Чудов прикончит того глуп чужака. Да. Озеро. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Песките озеро. А здесь что у нас? Ладно. Блять, еще лестница вверх какая-то. Элегантная заколка. Эти вероломные близнецы потеряли право на покой, когда связались с проклятыми сектантами. Кто-нибудь, прошу вас, уничтожьте эмблемы на их надгробиях. Ну что с эмблемой на надгробиях церковь, так. Зона церковь. Так, а сюда чё вверх? Там чё, блядь? Давай, и все. Хм. Странно. Пойдем посмотрим, где там надгробие, где чё. Чё, даже враги не полезут? Просто все надо вот так вот сделать. Ну, это максимально странно. Так. А нахера я их всех-то ломал? Херо победит. Зачем это? Глупо как-то. Так, ну получается, это я выполнил, да? Задание. Так, сюда я не пройду. Здесь, скорее всего, сейчас будет закрыто. Да. Хер. Значит, сюда. Да, блядь. Фонарик, Леон, блядь, фонарик.
Не. Ну, здорово. Лага. Не знаю, что за шняга. Так. Готов. Чё там? Инхотеп, инхотеп, да. Да, обосраться, как иди. Да где ты там пиздишь, слышь? Да. Я вас слышу, но, блядь, не вижу. Ой, блядь! Сука, иди вот нахуй. Давай. Вау-ва. Вот тварь. А, вон они. А где там еще-то был? Ах ты, блядь. Хотел его на лету подбить. Чё там кто-то? Нихуя ты, конечно. Кидаешь ты, блядь. Будь здоров. Бля, бля, бля. Да вот же. О, ей все равно на огонь, да? Да, блядь, чё ж я такой косорылый? Господи. Блядь, заебала ты нахуй. Так, что за бред, блядь? Столько... Ой, я так в оригинал так позорно не стрелял ее, как здесь. А я еще раз повторяю, там я играл на геймпаде, а тут, блядь, на клавомыши, ебаный в рот. Че, еще кто-то бежит? Я про не понимаю, откуда они здесь вообще, блядь. Они просто бегут себе, бегут. Ну тебе, блядь. Есть чё? Вот это чё? Куда? Зачем? Понастроили, блядь, здесь. Так, это вот там вниз спрыгивать, да? Ну, здесь тоже что-то есть. Давай спрыгнем вниз. Ага, бочка. Ах ты!
Да вот откуда, блядь? Я хуй знает. Там же, блядь, чисто все было. Беретесь, откуда нахуй не возьмись. Съебали, блядь. О. Это, конечно, потрясающе. Вот она висит. Но я должен быть, наверное, как-то внизу. Потому что, я думаю, она исчезнет, если я ее сейчас собью. Вот, блядь, как, знаете, как в Dead Space, в ремастере, куча монет, их, ну, куча бабла, типа, да, в основном встречается, но их так мало, их настолько, блядь, мало тебе дают количеством, по 100, блядь, по 200, что, блядь, вот кроме этого предметов нету, нахуй, смысл их везде, сука, раскидываете. На Е не забываем садиться. Это ж так круто, блядь, на Е садиться. Так, здесь что у нас? Большие ворота. Они закрыты. И еще одна лес... Блядь, сколько здесь... И так же, как в Dead Space, куча побочек, блядь. Зачем? Кому они нахуй срались? Сделайте просто обычную эту кампанию. Не, блядь, смотри, мы добавили побочек, пусть будет круче, блядь. Говна, блядь, наверните, пожалуйста. С лопаты, блядь. Да кто ж способен поднять такую штуку? Кто, блядь? Тор, наверное, я не знаю, кто здесь. Чё это? Кто-нибудь может уничтожить эти синие медальоны? Только вид портят. Сил моих нет. Это терпеть, блядь. Все синие медальоны, карьер. Так, 5 штук. Нахуя они здесь нужны вообще? Не понимаю. Типа, блядь, в оригинале за 5 этих... Уничтожаешь, там вроде бы 11 набыл медальонов. И вот этот пистолет давал тебе этот бесплатно, продавец. А тут нахуя? К чему это говно, блядь? Так. Серьезно? Так, ну там-то от хуя он рычит. Блять, за трупа собаки не увидел эту хуйню. Но если он сейчас будет, то это как-то быстро. Он не должен быть сейчас. Он с 3. Раз. Так, ну здесь не может быть один, наверное, медальон. А может и может. Ну я так-то не вижу больше нигде. Так. Но мне, по идее, по прямой идти. И это сейчас, наверное, хер очухается, да? М-м.
Даже не знаю, здесь все такое оружие, блядь, уговнячили. Как в Dead Space, в ремастере все оружие уговнячили. Сделали говном, блядь, каким-то. Не, смотри, все нормально, мне пропустили. Так, я кондишку сейчас вырублю, а то уже что-то замерз. И чай уже остыл. Вот так. Ням-ням-ням. Да не подходит этот ключ. Блять, я вот вижу эти сундуки, такой, блять, ну вот сколько мне придется еще бегать потом. Недостаток места, если вы не можете подобрать предмет, потому что в снаряжении свободного человека, зайдите в меню предметы и попробуйте что-нибудь переместить или создать, чтобы свой так. Блять. Это, конечно. Молодцы. Патроны. О. Так. Ну-ка, а есть упрячь автоматически? Во, все, заебись. Так, здесь места мало. Чего там подобрал? А. Блять, сам не можешь спрыгнуть. Так, а это этот чемодан точно. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Так, зачем так? Пушки, полиция на складе. Пройти их и вложить эти деньги в улучшение для оружия, которое тебе действительно нужно. Потому что уже с улучшением ты вернешь почти все потраченные на него средства. Так. Тут оружия хватит на целый отряд. Ну, ты думаешь, если хоть что-нибудь выделить, ты ошибаешься. Шестигранная деталь. Так. А здесь что у нас? Что у нас там внизу? А вверху что? Так, ну это выход какой-то. А внизу закроюще. Ладно, схожу вниз. Где он? Где-то вверху или где? Кукла эта сраная.
Блин, я так его здесь не вижу. Блин, а где он? Ну-ка, сверху посмотреть. Я ни хера не вижу. Вообще ни хера, блядь. Бля, еще камера так близко прям. Подожди, вот он. Угу. Так, а есть настройки камеру? Камеру вот дай. Все равно он целится очень близко, блядь. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Так, сейчас, погодите. Так, ну что, продолжаем. Ты молодец, друг. Да. Что могилы. Могу предложить? Хорошо. Что ты мне можешь предложить? А у тебя нет ни хера, если что так-то. Так, нож мне не сильно, да? У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак. О, подожди, я же сокровище не посмотрел. Иди в шопу, блядь, заебал. Так, осмотреть. Нихуя, да, такого не нету. Осмотреть. Здесь тоже, да, нет нихуя. Ничего не снимается. По пути. Так, ладно. Привет. Продаем, значит. Вот это, вот это. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Так, гадюк, у меня две, пока их оставим. Славная сделка. Ты это, да? Чем еще могу услужить? Улучшить. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, и я со твой друг. Да, мы пистолет начинаем весь разбираться лучше. В твоих вкусах. Да в шопу ты бы нахер не пошел. Так. Попробуй-ка это. Узю давай. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Так. У тебя ничего нету, да? Что это? Итак, приходи в любое время. Так, 40. Так, сейчас сохранюсь и пойду там, что там, стрелять. Стрелял, когда там. Так. Это что у нас? Вроде как это тир, да, нарисован. Привет, чужак. Кажется. Так, торговые автоматы так. Вы можете получить одно украшение с поясом случае. Ты в первый раз оказался у нас на стрельбище.
как можно больше очков же пиратов. Пиратов? Так. Угу. Динамизер, так, будьте внимательны за попадание в матроса, у тебя отнимут баллы. Бить одним выстрелом, у них нужно попасть несколько раз. Ладно, когда мишени вылезают, хуйню опять придумали, да, короче? Справишься хорошо, я тебя награжу всякими разными штуками. Развлекайся. Угу. Матросов нельзя. А у меня патроны также будут бесконечные? Или все-таки конечные у меня будут патроны? Среди мишеней есть особо крепкие. Таким одного выстрела будет мало. Три, два, один, огонь! Ты пират? Ах ты, блядь. Две цели ушло. А, даже три цели ушло. Выстрел из винтовки сбивает несколько мишеней. Ладно, давай еще раз попробую. Да ёбаный ты. Отличный выстрел. Заряжай. Блять, а, понятно. Вот, вот из этого угла обзора я не видел этот ёбаный динамит. Я должен сказать, иди в жопу нахуй. Так, а где динамит? А вот и призовое время. Да, блядь. Чё с этим прицелом, блядь, не... Говнище, блядь. Эска. Иди в жопу нахуй. Говнище ебаное. Два, один, огонь. Две цели. Прекрасно. Чудно. Отличный выстрел. Заряжай. Блять.
Там пидорас проскочил. Мишени рано или поздно. Вообще вот три, просто в жопу. Один. Огонь. Да что это за... Короче, блядь. И где, и чё? Кто ты, виртуоз? Тебе цели! Чудно! Ну и всё! Да, блядь, здесь... А, не тот аж. Да и нормально, блядь, в пизду. Буду ждать тебя снова. Чё там за яйцо? А, эффективность лечения с помощью зеленой травы. Создание патронов для ПП. А, надо все накопить, да? В жопу, короче. Блин, там было, блядь, просто пострелял, все, сука, заработал. Тут же, блядь, нахуй мне вот это вот геморрой какой-то непонятный. Создать. Ничего, да не можем создать. Так. А, в хранилище сейчас. Привет, чужак. Иди в жопу, блядь. Микейс. Так. Воу-воу-воу-воу. А чё у нас это дает? Подожди. Так. Создание патронов для пистолета, да? Код этот. Обормот этот. Давай вот так вот получается. Шанс бонус при создании патронов ТТК. Активность с помощью так зеленой травы. Патрон до пистолета. Эй, а где они? Они что, исчезли, украшения? А нет, вот они. Так, все. Да, вот висят, висят. Так, а, сейчас сохранюсь еще раз. Так, идем наверх. Бля, без башки. Блять.
А вот такая-то хрень. Эта лодка сразу здесь-то. Топливо для лодки хранится рядом с горючим для генератора и производит оказание берением, чем нужно. Зачем все так усложнять-то? Так, надеюсь, это синяя. Где-то там. Хер знает, отсюда не видно. Сука, если сейчас вы опять будете бесконечно ползти, блядь, заебали нахуй. Где она там пиздит? Блядь, мать вашу. Да, блять, чё ты, серьезно что ли, вот так вот? Давай. Рыбу-то поглушил, да. Положить-то некуда, блядь, потому что она не, блядь, сука. Какой тупой инвентарь, нахуй. Раньше был здоровый, нормальный, блядь, инвентарь. Сейчас дебильный. Так, ну все, продолжаю, то затрахали, бля, звонками. Прям, вообще. Так. Я могу как-то инвентарь свой, блядь, увеличить еще. Чё там? Какого тебе Стаса, блядь?
Нихуя ты какой, блядь. Нахуй бы вы не пошли. Капита, блядь. Еще. Еще, блядь. Спасибо, так лучше, нахуй. Бля. Мне нужны патроны, их некуда сувать. И чё делать-то, блядь? Если не исчезнут, создать. Вот так вот. Создать. Угу. И больше никак вот. Так, есть вот типа путь наверх, да? О, ты постой, змеюка. Сука! Ой-ой-ой. Я так не докину, да? Ну еще кого могу собрать здесь? Подорвать слегка. А чё ты не берёшь это? Так, теперь создать. Вот так вот. Смотри, есть ещё место. Труп. Нормально. Так, теперь убираемся отсюда. Да в жопу идите, блядь. Ты чё? Сука! Не, смотри. Подобрал, да? Таки за мной пошел. Так. Сейчас я могу обратно к продавцу сходить? Или нет? Что это бред, блядь, какой-то.
Да, слава богу, могу. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Продать. Подожди, а в трубку нельзя ничего там вставить? Не, нельзя. Окей, да. Хорошо. Привет. Продать. Не. Драгоценности не пригодятся. Тут тебе гадюк. Продайте торговцу тригадюки. Я вам все 4, блядь, продам. Так. И плюс у меня еще есть рыба. Так, какой невкусный и питательный. Восстанавливает здоровье. Но мы просто продадим. Так. Отлично. Ты профессионал. Обменять желтый алмаз. Что? Как нам удалось добыть все это? Так, охота на гадюк. Лучше не спрашивай. Что, это все? Доброго пути. Так. Вот. Освободил теперь более-менее. Так, можете дальше их там валить. Так, а давай здесь сейчас посмотрим, что вообще здесь есть. Так, 3 из 5. Так, лодка, топливо. Сохранялки здесь нету, это печально, потому что там была сохранялка возле этого чудовища. Так. Так. Создать. Ага, стрелы могу создавать, да? Создать. Лучше вот на вот эту щелкну. Вот так вот. Есть 2 ножа. Их бы так-то вообще как бы в хранилище убрать. Ну да ладно, пусть пока валяются. Собираем все остальное, что не собрали. На тебя, блядь. Да, не говори, я тоже так считаю. Чё там? Ну ты
Ох ты, сука! Да как-то так-то? С дороги. Это вот он шмальнул, вот эта растяжка выползла. Блять, он стрелой стрелял или, блять, куча динамита? Кстати, странно выглядит. Так. Не здесь, значит, за этой стеной. Бля! Ну вот, за одной жизнью увеличил. Вообще не заметил я. Бегу такой радостный. Так, ладно. Это он, конечно, так вот прикольно держит. Вроде все. Чего это, блядь? А, змеюка колодная. Ключ. Угу. Я знаю, вот за торговцем был. Так. А мне, в принципе, сюда, да? Но тут вот есть еще наверху что-то. А, это путь назад. Стопудово. А нахуй. Фишка ты, блядь. Я не понимаю, откуда вы там пиздите. О. Ах ты, сука. Что, баба Зина, блядь. Баба Райана. Давай, иди порадуй меня. Ха-ха-ха.
Давай. Чё вы там? Вы идёте? Нет? Давай. Ух ты, блядь. Ещё. Всё, да? Что-то он не туда попался. Эй, придурочный! Слышь, чё? Давай, иди за мной. Эффект, я не спорю, сделано красиво, но все-таки рожа Леона какая-то не особо такая-то. Что-то красивое. Так-то вот выглядит вроде бы прикольно. Главное только спереди не смотреть. А если такой динамит ты обезвредил? Ага, работает, да? Все уяснил. Такая. Вообще жетоны выпадают серебряные. А, то, что нужно. Че, бесконечных волн опять не будет, нет? Так, все к продавцу, конечно. Так, тем более там что у нас было? Сокровище, да? Сейчас мы его откроем.
Так, ну пойди. Значит, да. Ты молодец, друг. Ну, точно. Итак, чем я могу тебе помочь? Продать. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Да и на тебе куриное яйцо тоже. Так, значит, что у нас? О, обмен, лазерный прицел. Мудрый выбор. Избитые слова, но все именно так. Так. У тебя есть купон? Слав, держи. Все, как ты хотел. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Серьезно, давай-то нужда табло. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Да, давай. Удивлен, да? А чё такие, блядь, показатели слабые какие-то? Чем еще могу услужить? Ты только там не убейся! Да говнище какое-то, слушай. Так, детали. Короче. Серьезно? А еще меньше точку нельзя было, блядь, сделать? Ладно, попробую с точкой. Так. Вообще, я сейчас сохранюсь, потому что долго уже сижу. Бегаю туда все как придурок, блядь, ненормальный. Так, создать, что я могу что-нибудь создать? Острый патрон на дробач. Давай. Так, хранилище. Подожди, я так могу создать, но не могу их убрать в хранилище? Серьезно? Блять. Я много чего не могу в хранилище, оказывается, убрать. Ну и смысл? Здравствуй, это, собственно, я, и мы продолжаем. Проходите обитель зла. Так, и четвертая обитель зла. Сколько это мы этих всех? Ага. С меня еще одну деталь. Здесь-то как бы не знаю, только эти остались. Сундуки там всякие. Ну да ладно. Давай поплаваем.
серьезно. Целиком сожрать решил. Заебал. Это не сом, это тритон. И даже нет вот этой сцены, где там канат, он обрубает там. Все, да? Значит, я это все совмещу.
Это, бля, лодка дрявая, нахуй. Чудо, что вообще, блядь, утонул. Гнездо, это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Кала четвертая. Так, надо сохранение найти. Кепа. Сколько же здесь копов-то пропадало? Что-то удивительно, что они сюда армию не направили. На поиски своих же копов. Че, обрезание? Комедийто. Следись, как будто я по луне, блять, хожу. Они не вмятые, а выпуклые какие-то. Красная. Так. Мне бы эту точку, блядь, еще потом увидеть. А, Е, блядь, я на Ctrl жму по привычке. Дайте мне уже печатную машинку, чтобы я... Так, это вообще как бы непорядок у нас. Да? Лови подарочек. Озеро. Поселение озера. А, я отсюда, да, пришел? Ага, лодка только вот здесь будет.
Интересно. Что это за место? Как что? Ты не знал, куда ты едешь, блядь, или чё? Святилище, что ли? Опять голову какие-то. Тот же символ, что и в церкви. Подожди, а восьмой не было так, такого же? Руки в виде крыльев. Это и есть ключ. Ага. На какие-то две вещи, да, положить? Озеро. А, вон и голову нам показан, где. Одна, вторая. Туда и сюда. Ой, нахуя вот это вот, блять? Здравствуй, Dead Space, нахуй. Только там эту хуйню прошел. Ключ от старой часовни. Этот ключ мне как раз и нужен. Порох. Че здесь вам надо? Люди, принесите мне редко золотое куриное яйцо. Для чего оно мне нужно, я вам так скажу. Меньше знаешь, крепче спишь. Одно яйцо. Золотое. Не встречал. Так. А вон, кстати, сохраняшка. Вернулись к этому мужчине. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Да конечно, блядь. Так, ну вот на этом четвертое заканчивается, да? Вот. Так что, счастливо тебе. Эх, соединю там